Сотрудничество Сочи с Россвязью началось в период подготовки к Олимпиаде. Тогда Федеральное агентство связи, как орган исполнительной власти, реализовывало проект по обеспечению города телекоммуникационными услугами. В крае непосредственно на территории всего Большого Сочи было построено 800 километров оптоволоконных линий, а еще почтовое отделение связи в Красной Поляне. Чтобы все виды связи, в том числе электрическая, в Сочи были развиты на самом современном уровне, стороны и подписали рамочное соглашение. Нам надо устанавливать устойчивую мобильную связь и по сельским населенным пунктам, нам надо совершенствовать развитие оптоволоконной сети, нам надо в этот процесс задействовать все больше жилых кварталов и обеспечивать надежную бесперебойную передачу сигналов, в том числе видеосигнала, да, и в том числе по сети интернет. Поэтому очень рады тому, что у нас именно у города такой партнер, как Федеральное агентство связи. Подписанное соглашение – это стабильность длительных взаимоотношений, уверенно руководство города. Ну а ближайшая перспектива – это совместная работа Россвязи и муниципалитета в подготовке к Мундиалю. Опыт накоплен очень большой, и мы договорились с руководством города, что в рамках подготовки и спортивной инфраструктуры, и телекоммуникационной структуры мы подпишем вот такой рамочный документ и будем развивать наше сотрудничество как города, принимающего два крупных спортивных мероприятия праздника, и с нашей стороны как федерального органа исполнительной власти, оказывающего государственные услуги в сфере телекоммуникационных услуг для этих мероприятий.